Актрисе нужно обязательно переосмыслить героиню Каменской, потому что скоро ее переснимут. Есть три вещи, за которые мы ее обожали. Пьет, курит и не толстеет. Гениально расследует. У нее был муж, в отличие от всех героинь, актуальный детектив. Ах, Чистяков, а где моя любимая кружка? Что бы я без тебя делала? Все, я побежала в отдел, мы сегодня ищем кандидатку на роль меня. Чтобы быть такой милой дурой, нужно быть очень умной. Поэтому в отделе... Вы не волнуйтесь, курите, если надо. У вас 23-м не курят в кадре, как же вы собираетесь меня переснимать? А где еще раз вы находились в момент первого сезона Каменской? Вам, кажется, было 5 лет? Что за последние 25 лет произошло с женщинами в российских детективах? Вы забыли, что можно быть разными. Я разделила кандидаток на роль меня на 3 корзины. Первого, второго и третьего порядка. Повторите! В смысле, у вас и не пьют в кадре в 23-м? Вы снимаете свой третий сезон метода без меня. За любовь. За гендерное равенство.